Сегодня на обзоре у нас находится скаймотовский мотоцикл легкий. Верт 125 cc. Объем двигателя 125. Фирмы Кюнчи. Мотоцикл 2008 года. Из того, что выходило из строя, где-то цепь меняли полностью, соответственно, звездочка двигателя, звездочка колеса. Так как все надо менять в комплексе, иначе будет стирание. Иначе звездочка ведомая стертая, будет звенья опять подстраивать под себя. Ну, короче, все надо менять. Так, двигатель вообще никто ничего не лазил. До сих пор он тянет, цупит. Изначально пробовали аж с нынешней звездочкой, с заводской звездочкой. Сотню едет. При замене звезды на двигателе, на два зуба больше, 120 едет. Мощи хватает, увеличивается скорость. Расход топлива 2 литра. Очень экономно по сравнению со скутером, даже я Порше минимум 3 литра будет хавать. Ну, так, а скорость максимум 50. И то не стоять. При 30-35 вот будет литров 3 расход. Так, установлены, что тут были, 17-дюймовые колеса. Здесь не на спицах. Да, когда-то был, упал, треснули приборка и фара, пришлось заменить. Это не заводские, передние тормоза дисковые. В принципе, хороший мотоцикл. Мне из 5 баллов ставлю 5 баллов с восклицательным знаком. Все очень классно, ходячий двигатель. Подвеска тоже мягенькая. Летал на дальняк утром 100 километров, после обеда назад 100 километров, не уставал. Правда, без шлема пришлось заплатить 50 украинских денежек гаишнику за то, что шлем, голова не одетая была. Так, сзади была установлена изюмская резина, так как в Украине зараз дуже скрутні становище, пришлось советского мотоцикла валялась резина поставить. Пришлось, правда, тут подрезать вверху чуть-чуть щиток. Ну, все стало, ездить, летает. Более устойчивый, на грязи стал. Ну, так, размер сидушки вполне для двоих. Нормально. Хороший мотоцикл, рекомендую. Так, сейчас заведем. Правда, ехать не могу, снимаю на мобильный. На базовой приборке тоже было цифровое переключение передач. Так же самое здесь. Ну, все, в принципе, с умом сделано. Хоть китаец, но хорошая фирма Скаймото. Рекомендую, да и все. Больше нечего добавить.